Это так вкусно. Готовим вкуснейший жульен с курицей и грибами. Для начала нарезаем лук и отправляем в сковородку. Затем нарезаем филе курицы и отправляем к луку. Солим и перчим по вкусу. Все жарим до готовности. Перекладываем в отдельную миску и отдельно жарим грибы-шампиньоны. Вот до такого золотистого цвета. Затем все совмещаем и заливаем сливками. Складываем все в отдельную мисочку. Наверх засыпаем сыр. И на 10 минут в духовку при 180 градусах. И тогда вы точно скажете...